Готовим десерт из творога, который просто тает во рту, без использования муки и масла. Берем творог, желтки, йогурт, кукурузный крахмал. Перебиваем блендером до однородности. В отдельную миску вливаем белки, добавляем сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбиваем 10 минут. В творожной массе добавляем взбитые белки. Аккуратно перемешиваем, стараясь максимально сохранить воздушность массы. Дно и бока формы выстелить пергаментом. Перекладываем творожную массу в форму. Выпекать в заранее прогретой духовке 160 градусов 45-50 минут. Дать остыть, только потом доставать из формы. Верх смазываем йогуртом. И украшаем малиной. Вот такая красота получилась. Очень нежный, в меру сладкий. Просто тает во рту. Вам обязательно понравится. Это полезно, вкусно и просто.